Всем привет, это Джей. Недавно слышались, да. Я, в общем, пробую потасовку сделать по-другому. Я просто хотел дейлик сделать, поэтому сделал такого мага. Ну, а тут я еще чутка подспомнил эту потасовку, и я на самом деле не знаю. Я сделал приста на отхил со всякими штуками-дрюками. Будем надеяться, что он сработает. Андуин и Чайна. Чайна прав. Не стоило напрашиваться. Прости, тетушка, но придется тебя побить. Отлично. Отлично поменял. Все умрут. Да, я буду хилиться. Очиститесь огнем. Не знаю, поможет мне это или нет. Петроглиф. Ну, мать. Я даже не знаю. Мне на своих немоту не надо накладывать. Умри, насекомые! О, ну за ноль ман-то почему бы и нет? Умри, насекомые! Итак, пока вровень выбираем. Проклятые готовы сражаться. Ну, давай, Магуша. Чем ответит нам команда Пепси? Змеи. И копии. Тоже неплохо. Неплохо. Мы возьмем у тебя смену. Но обалим ему хп. Продолжаем. Продолжаем прям. Надо, чтобы он в эту попал. Так. Попал. Моя судьба предрешена. Добавим капельку, но... Какая вкусная! Макс, полки-бряк. Ты, кстати, элементалем считаешься? Эй, действительно, если разыграть... Дайну ДК, то он будет сильно. Проклятые готовы. Блин, в лицо не ударил! Фору дал ему. Что поделать? Бей. Бей. Невероятная находка! Так, достал секрет. Его. Его. Умри, насекомые! А, ну ладно. Ну, чудо-корень! Змей в него был. Предрешена. Вот так. Умри, насекомые! О, маг.
Так, главное его отпинать до того, как он сыграет Джайну, которая будет отхиливаться от дамага его же. Так, наверное, 5 секрет не везут. Прекрасно, у меня есть секрет. Моя судьба предрешена. Тем надо... Эх, лишний хит. Эта партия за тобой. Ей! Вот так это делается. Принцы Фарева. Ну ничего страшного. Кстати, по флорес тоже было 144. Так, а сейчас мы вскроем бустер. И на этом мы закончим. Комплекты. Бустер. Оп. Одна пыль. А в прошлый раз мне выпала, кстати, легендарка для друида из ведьминого леса. Но она для меня бесполезна. Так что ж, всем спасибо за просмотр. Не болейте, не кашляйте. Пока-пока. Как говорит Хроми. Пяу.